Привет, друзья! Сегодня супер специальный выпуск для тех сотен ребят, которые продолжают писать мне и которые хотят накачаться к свадьбе, к дню рождения, к лету, за месяц, стать здоровыми и сильными, как Халк. Сегодня я дам совет. Оказывается, действительно есть такой способ, я о нем не знал, но куча ученых со всего мира собрались здесь у нас во Флориде, в университете, и создали специальную методику, как вы можете это сделать. Естественно, придется немножечко потратиться, а кому-то это, может быть, обойдется и бесплатно. Что нужно делать? Записывайте. Подчеркиваю, это для тех, кто хочет накачаться за месяц. Но эта методика шагнула еще дальше. Вы сможете накачаться всего за неделю, по сути, даже не качаясь. Что нужно сделать? Найдите в зале в каком-нибудь конкретно брутальном, самое главное, брутальном, не фитнес-центре, самого огромного мужика. Подойдите к нему после тренировки, договоритесь, объясните свою проблему, что вам нужно накачаться срочно, за неделю, что вот ученые из Флориды нашли способ, и только он может вам помочь. Обязательно этот мужик должен принимать стероиды, гормон роста, сидеть на протеинах и аминокислотах. Вы просите его, чтобы он в течение месяца не снимал и носил на тренировку одну майку, пропитывался потом как можно больше. Все стероиды, как известно, выводятся нашими системами организма, и протеины тоже. И вот все то, что этот человек употреблял десятилетия, вы потом одеваете на себя и неделю ходите, спите, живете в этой майке. Естественно, вам придется не мыться неделю, но для таких ребят, как вы, которые хотят закачаться за неделю, это не страшно. Результат будет шокирующий, вы станете огромным просто через неделю. И еще секрет. Если хочешь быть здоровым, ешь один и в темноте. Ну а для тех, кто серьезно подходит к тренингу, кто понимает, что накачаться к лету, за месяц невозможно, смотрите мои видеоролики, я стараюсь для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Здесь на канале YouTube, либо в группе, либо на моем сайте, ссылочку, которую я дам. На этом сайте вы можете читать статьи и смотреть видео все в одном месте. Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта, чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки, как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку, я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее. Видео тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует мои видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки «Ответить». Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока!